Всем трема доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий, ленивый. Ленивый я. Да уж, куда же без тягушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Bloons TD6. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение, и отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу, Zeket, Exp и NoName, они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Все, восклицательный знак исчез. Так, эту хрень мы уже прошли, да? Ага, это пройдено. Стало столько сложно. Не, сложно и не буду, ну его нафиг. Ладно, пойдемте в мастерскую, погуляем. Выберем там. Пошли в сообщество. Что у нас тут есть? Новые. Самая последняя страница, как обычно. Сейчас выбираем что-нибудь. Сейчас пусть загрузится. Там-тарам-там-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Ой, какая... как это? В смысле, в чем прикол? Ой. Хм. Странная немножко карта, ну да ладно. Так, здесь что-то... Тоже что-то сложное. Тут непонятно. Ну, ведь на таких картах мне ничего не нравится, то что я не вижу, какие тут дорожки. Ну, здесь ясно. Тут тоже более-менее... Ого! Ничего себе накрутили. Тут сколько дорог-то? 4. Зайка. Прикольно. Ну, тоже, да. Тут просто, видимо, 4 дороги. Не, я нафиг. Забавно. Тут что-то не очень понятное. Хм. Слушайте, я что-то так... Вот мне вот эта карта, на самом деле, приглянулась. Давайте вот это вот. Pop Hero 7205. Great Monkey 3809 Map. Ну, попробуем. Да, стандартно. Так, новая игра. Игра. Ага. Ну тут заметьте, тут довольно малое пространство, да? То есть как бы вот раз, раз и раз, да? То есть это прям... Угу. Да, вот это проблема. Понимаете, почему, да? А что такое? Эй, в смысле? А в чем? Не понимаю. Вот так уже несколько прорвались, да? Здесь корабли. А я люблю корабли. Я обожаю корабли. Я фанат корабликов. Да, но без липучки, конечно, будет тяжеловато. На самом-то деле. Потому что, видите, он... Ну нет, ему дальность надо будет, в принципе, добавить. Если ему добавить дальность... Знаете, в чем ошибся? Его надо было сюда поставить. Угу. Заново. Я ошибся в постановке. Вот сюда его надо было. Так вот. Так он, по крайней мере, по всем будет так или иначе попадать. Один все-таки проскочил, а? Но здесь, кстати,
прорываются, пацанцы. Да, липучка все-таки вот правильно сейчас поставила. Ну, ему, в принципе, сюда этого, как его, обезьяну, алхимика с усилением, чтобы увеличил ему дальность. И, в общем-то, в принципе, можно еще вот это поставить. А что же дальше увеличит, по-моему, да? Да, бедный диспансер дальше. То есть, в принципе, деревню, обезьяну, алхимика, и, в общем-то, ну, в целом, все будет норм. Так, большие капли и немножко увеличение действия клея. Ну, чисто, да, вот это вот прокачаем. Самый стартовый, так сказать, момент. Угу. Основа сейчас это вот. Вот это вот. Угу, есть, хорошо. Так, надо будет кое-что сейчас проверить, интересно. Любопытный один моментик, который меня очень интересует. Угу, все отлично. Основа есть. Какой момент меня интересует? Порвался что-то тут? Что больше замедляет? Кажется, замедляет что еще больше. Сейчас. Вот сюда я смогу кого-нибудь поставить? Да, слушайте, смогу. Знаете, сюда я, наверное, тогда поставлю авианосец. Угу. Так, теперь 5290. Вот сюда я поставлю или не авианосец. Черт его знает. Нет, авианосец надо будет немножко ниже и правее, чтобы у него вот эти вот боковые, хотя не то чтобы очень сильно нужны. Ну да. Как можно не любить флибустьера? Он прекрасен, он просто прекрасен. Сколько функций выполняет этот один корабль, а? И взрывает, и находит. Ну, я не могу, я буду восхищаться им все время, понимаете? Флибустьеры, они прекрасны. Я понимаю, что там можно создать условия, при которых, ну, собственно говоря, мы в такие попадаем. При которых флибустьер становится, мягко говоря, не таким хорошим. Так, притормози. Как хотелось. Я не спорю. Нет, я думаю, здесь все-таки мы поставим. Все-таки мы здесь поставим торговый корабль. Он быстро стреляет, да, торговый именно. Так, давайте сначала вот это вот, клей для моаб. Все-таки. Хотя с моабом-то мы разберемся. Ну да. А вот попадание по 6 шарам сразу, это, извините. Там будет не хухры-мухры. Есть.
Ой-ой. Что это? Что-то ребят прорываются, да? Это плохо. Так, нужны деньги. Чем нужен один сюда, один сюда. А вот авианосец, наверное, все-таки мы немножко отнесем вот в эту сторону. Или вот сюда его вообще поставить. Над вот этим, да? Как вариант, кстати. Так. Авианосец? Да. Сначала авианосец. Прорываются за санкцией. Черт побери. Прям совсем печально. Так, давайте кое-что вот так вот сделаем, а то скорость что-то великовата. Я сегодня слегка подуставший. Ну, без шуток, на самом деле. Что-то как-то это... Тяжело воспринимаю все происходящее, блин. Даже странно. Давай, 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 давай. Ребята, держитесь. Ну, троих, я думаю, хватит пока что. Так. Кто нам нужен из чем?
Больше кораблей? Или пару снайперов все-таки бахнуть? Что вроде норм. Сейчас 63-й раунд будет. Жуткий 63-й раунд. 63-й раунд это всегда кошмар. Ужасный, отвратительный кошмар. Че, прям вообще... А, нет. Сейчас посмотрим. Не справляются, да? То есть вот через вот это место они все-таки проходят, несмотря на шквальный огонь. В чем моя ошибка, кто помнит? О, я забыл. Что ж тут надо делать-то, чтобы с этим справляться? Что-то надо. Да, пришлось, конечно, потратиться, но что поделать, солей. За свои ошибки приходится платить. Что поделать? Ну, а для чего еще нужно идти? Доллар. Обезьяна, доллар. Я, конечно, этого мага предпочел другое место поставить, ну. Что поделаешь? Ничего не попишешь. Та-та-там-та-та-там. Так, заморозку уже надо, но здесь вот есть одна. Не особо он паразит стреляет туда, куда надо.
Стимулятор есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Их уже 10. Слушайте, нам нужно отстроить одну ферму, уже пора. Жалко, тут водных ферм все-таки нет. Прям реально жаль. Ну, если есть чисто водные карты, почему бы не быть водную ферму? Как вам не это логично? Ну что, вместо бананов добывали бы морские огурцы. Так, копим 16 тысяч сразу. И потом надо будет уже... Сначала 16 тысяч сюда, 16 200. Потом начинаем улучшать корабли. Еще одну 16 тысяч сделаем. А кто прорвался? В смысле, а где? Не понял. Я кого когда пропустить успел? Я где-то кого-то пропустил? А когда? Как интересно. Я где-то кого-то пропустил. А где? И кого? Я в какой-то момент, видимо, отвлекся и чего-то не увидел. Потому что игра мне показывает, что я кого-то пропустил. Интересное кино. Как любопытно. Что-то как-то не помню этого момента. Так, давайте сначала вот этого, конечно, на 28 тысяч. Как-то я упустил из виду этот моментик с пропуском. Еще даже персональной надбавки нету. Офигеть.
только на 28 тысяч начал сделан. А, вот, увидел момент. Сволочи, а? Вот засранцы. Ну нет, продолжать я уже не буду. Блин, а? Вот они где прорывались. Ну, карта интересная, правда. Может, имел снайпера поставить смысл вот здесь, а не мага. Чтоб он... Хм. Ну, черт его знает. Ладно, нормально. Прошел. Я ж прошел. Я же ее... Или что, или где? Я же прошел? Да, я прошел. Все нормально. Так, ладно, давайте ежедневочку. Стандартный. Опять Сауда. Смешно. А сколько обезьян можно? Сколько можно? Как будто большой выбор, блин, есть. Ой, я не могу. Да, уж немножко обидно, конечно, там получилось. Ну да ладно, с другой стороны. Можно было этот, артиллерию добавить, кстати говоря. Вместо пятитысячника. Чтоб шарашил определенную точку. Хотя... Может и нет. Да-да. Шипопульты здесь довольно неплохие. За счет того, что, собственно говоря, эти самые шипы носятся между рядами. Одна проблема. Она не видит невидимое. Просто. Вообще никак. И смысла ее здесь нет никакого. Солда, кстати, тоже до определенного момента невидимых не видит. Беда. Бедовая. Но здесь я до сотой не достаю с таким составом. По-моему, нет. Хотя, черт-то знает, может и достаю. Сейчас сделаем. Че ж они там делают? На два шара больше завостил. А этого мастер арбалет сделал, а остальные все через шипопульты пусть будут. Одного мастера арбалетчика сделаем по первому. Чтоб, так сказать, вот это все пространство простреливал. И просто шипопульты массово. Та-т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 а
Заиграла жуткая музыка, которая здесь не должна быть, но она играет. Па-па-па-па. Гигантские колючие дроны дважды разлетаются на 6 джаггернаутских ядер, носят еще больше урона керамическим укрепленным и свинцовым шаром. Сраться может. Вот это я и люблю. Арбалет. Быстрый, больно бьет. Что все время калит открывает, а? Там-тар-там-там-тар-там. Та-та-там. Прикольно он их запускает. Угу. Теперь я думаю, надо все-таки на 14 тысяч накопить. 14. Не на 14, а просто 14 тысяч накопить. Невидимки в приоритете поставим. Почему именно этот? Ну и обзор побольше. Как бы он тут вот стоит. Да, пусть первый был. Пусть его и прокачаем. Та-там-там-та-та-та-там. Кстати, с аудием можно было какой-нибудь облик прикупить, что-то я не подумал. Ну ладно, в следующий раз. Победа! Уи! Ого! 422 бакса. 4... Ничего себе, что так много? 480. Сколько там их было? Хм. Нормально такая награда. В честь Нового года, что ли? Неплохо. 14250. Та-та-там. Та-та-та-та-та-та-там. Там. И в центр можно будет одну обезьяну, которая всем там усиление дает какое-то, превращает там в супер обезьян, что-то такое. Почему бы и нет? 14250. Есть, все. Способность от фан-клуба. Обезьян превращает в супер обезьян. 10 ближайших обезьян дротиком, включая себя, на 15 секунд скрыт обычные атаки. Давайте сделаем.
Бей по близким. Хотя нет, бей по первым. Не упендривайся. Та-та-там. Опа. Средства в этом элитном клубе перед обезьяна с дротиками больше сил. Это обезьяна с дротиками? 45 тысяч. Нет, давайте сначала все-таки мастера арбалета прокачаем. Согласен. В принципе, можно еще одного будет обезьяна с дротиками сделать. Почему бы, собственно, и нет? Почему бы, собственно, и нет? Не такие уж они и плохие. Так, нам нужно 21 500. Эх, как же вертолет не хватает. Вот тоже интересно, да? Критический урон. А сколько это критический урон, если не секрет? Мы ведь не знаем, да? Может, он там добавляет-то? Сколько он добавляет урон? Может, он добавляет плюс, там, не знаю, 10%, блин. Физический урон всегда по-разному. Где-то много, где-то вообще ни о чем. Где-то копеечки, которые вообще не имеют никакого смысла. Чего ж это, мастер, напомните? Мастер, быстрее ли кончатся шары большинства видов? Большинства видов. Обожаю эту приписочку. Не все, большинства, понимаете? Да погоди ты. Хотя нет, давайте-ка для разнообразия. Бахнем эти дополнительные пробивашки для него. Не знаю почему. Пусть будет. Алхимика бы сюда одного. Прям цены бы не было. Реально, вместо пушки алхимика на этих. С допингом, с его мощнейшим. Это прям вообще было бы шикарно, я считаю. Побольше, а потом уже мастер арбалета будем делать. Так. А, блин, скорость так нажата. Три сотни.
Хоть убей, не пойму, почему вот, вот этот шар и этот шар друг от дружки, блин, отличаются. Казалось бы, примерно одно и то. Ну да, этот чуть поменьше, но почему этот как-то странное такое разделение? Это как это притянутое за уши, будем честно. Похоже, все. А пушка не лезет. Ну так, для разнообразия одну воткнуть. Может, чуть не сделать. А надо ли? Сокрушающий снаряд наносит огромный урон, способный встретить шары класса МОАП. Ну, кстати, можно, на самом деле, сейчас вот это вот тогда... Дадим. Почему бы и нет? Пусть фигачит по прочным. Ну, одну пушку можно поставить. Лишней не будет. Лишней не будет, будет запасной. Просто, как я уже сказал, она не видит невидимое, и толку с нее из-за этого маловато. 74-й раунд. Ну, ДТшки прорвутся, скорее, до ДТшки. А даже если нет, ну, сиреневый, скорее всего, прорвется, мне кажется. Сколько, кстати, стоит эта херня? 55. Да. Ее я точно не построю. 21, 45. Фан-клуб плазма обезьяна. ХЗ посмотрим. Может и выдержит. Но вряд ли. Все ж таки. Сауд, ты как уже умеешь бить по невидимому? Руби... А, пробивает камуфляж. А, точно, туплю. Пять керамических шаров. С ума сойти. Зачем же тебе столько керамических шаров? Откуда столько керамических шаров? Вроде вот сбиваешь много, да? А как будто количество прям вообще не меняется. Ну, эх, пушка наконец сработала. Блин, сейчас зомк пойдет, да? О, он полчаса будет лететь. Он же еще медленнее этих красных. Да уж. Проблема. Маленькая, но неприятная. А вот и зомк. Ну, разок-то. Все-таки странно, что она атакует как бы не перед ним, а за ним. Нормально. Ну. Чуть-чуть не хватает, а? Ну, как обычно уж.
Пусть все урон получают. Мелочь, а приятно. Ой. Кажись, сломались наши. Наши катаны. Слишком много дирижаблей. Я вот думаю, что сначала? Фан-клуб суперобезьяны? Плазма обезьяны или пушку? Наверное, все-таки фан-клуб плазма обезьяны. Как бы такая способность, которая чисто теоретически может зарешать. Еще добраться до нее? Размечтался, блин. Фан-клуб, фан-клуб. Ну вот, сломали мои катаны, сволочь. В принципе, 45, мне 24, осталось 20 тысяч. Сломали катаны. Опять сломали катан. Что за отношения, блин, а? Какие ворота, блин? Что за отвратительное отношение к катанам? Нет. Не хватает все-таки полоски здоровья у них. Все-таки сломали они. Тридцать одна тысяча. Осталось 14. Опять сломали. Да чтоб вас, а? Гадкие дирижабли. Никакого уважения к холодному оружию. А вот и ДДТ, да? Ну. Не пропускать. Не пропустили. Так, осталось еще 3000. Вон где. Вон полтора. Ладно, 600. Ну, 500 с хвостиком.
То есть теперь он мало того, что ускоряет, так он еще и... Видимо, добавляет урон, да? Сейчас, по-моему... Вроде норм. Опа. А кто их отталкивает? Он их отталкивать умеет? Хм, интересно. Ой, сорян. Так, а теперь нам нужно 55. Ой, какая прелесть. Что еще раз? А прыжок с мячом стал сильнее. По всем дошкам проходит трижды. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ты смотри, чуть не прорвались, да? Уф, удержали. Вы это видели? Чуть удержали, прям вот. Но сейчас не удержим, скорее всего. Урона не хватит. Давайте, ребята! Давайте! Нет. Да. Сняли с него все, но, к сожалению, нет, я уйду не побежден. Но попытка была хорошая. Но все-таки урончику не хватило, к сожалению. Ну, соляви, ничего не попишешь. Ладно, на этой в целом, ну, положительной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю, включу девочку, щучку, увидимся в следующей серии Блумс ТД6. Безоговорочная фарева. Как-то так.